Мана в Титане, что делается, пацаны? Титан всех разворовал. Простите, чё, а чё по условиям у меня будет, если я да, выиграю? Да, 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 да. Бро, салют. Чё там по условиям? Бля, я просто молюсь, чтобы он ответил. И сразу понял, запилил скрин какой-нибудь. Как он медленно пишет, бля. Прикинь, он сейчас сумму скажет, от которой ты такой, бля. Бля, да. Ответил. Чё ты? Не понял. Давай-ка подробнее. Что, сотку сделают? Да не, напиши. Да не, сотка — это хуйня. Сотку у тебя есть здесь сейчас. Две сотки. А. Да, 40. Почему 140, нахуй? Почему не 150 тогда? Давай 150. Я еще прошу. Ну, бля, надо поработать будет. Ты мне расскажи, что вдруг за такие движения начинаются у тебя. Что случилось? Давай поподробнее. Я попробую, если хочешь, если ты прям готов, я попробую договориться. Ой, твой рот ебал, что этого крашеного пидора, что твою челку линейную. Я уже обрадовался, думал, блядь, наладим связочку. Хотя, так как ты играл в последнее время, и слава богу, что эта шутка была, нахуй ты здесь нужен.